Всем привет! Опять Арма. После продолжительного политического противостояния и многочисленных инцидентов на границе, командование вооруженных сил Белоруссии начинает действовать решительно. Под покровом ночи передовые отряды пересекают границу и захватывают несколько населенных пунктов. Для развития наступления им необходимо захватить город и ключевой узел дорог, чтобы не дать противнику стягивать резервы. Как вы уже поняли, атака — это вооруженные силы Республики Беларусь, 102 человека. Я же отыгрывал эту миссию за оборону, за чернорусские силы ополчения, нас было 91 человек. Погнали смотреть, как это было, всем приятного просмотра. И да, мужички, жмите лукаса, если нравится. Знаешь, вот мне кажется, он на усах отожмется, бля. Вот, ну, бля, ты вот на него смотришь, бля, он просто ебать. Лег и отжимается на усах, блядь. По утрам подтягиваюсь на них. Все, погнали. Игра для Дубилова, блядь. У нас справа КамАЗ есть. Да, блядь, он справа, а мы слева. Бля, похую на него. Урал просто. Чужам нужен тот дальнобойщик. Это в КамАЗе добило, блядь. Как там? Далеко-далеко. Там не КамАЗ, там 131. Там далеко-далеко. Далеко-далеко. Есть земля. Желтую метку проходим на юг, Хамса убежал на свою. Что, по кустам расселись, не нужны. Пол позиции. Трубу отдать, а гляжу, тебе и не надо. Блядь. Имеется. Понял, все, будем стрелять вместе. Бля, ебаный дебил, бля. Кто? Нет. ПЗРК на ДВ. Че у тебя? Самое критично. Принято, у вас там тихо, ПЗРК. ДВ забыл? Ой, на кого выйти забыл? Нет, я нашел. Да. А он где? Тишина как-то подозрительная. Есть ощущение, что они на севере объезжают. Есть такой момент, но так. Внимание, у меня на юге арта. Хамса. Что я там? Я понял, что это стрельба? Стрельба на мою зеленую передвигайся. Быстро, смотри север. Да, слышали, прилет по ранам где-то был, вроде бы слетит. Что, расходимся по зеленым, прием? У нас где-то восточно от наших позиций или юго-восточнее началась стрельба. Принято. Ну давайте тогда выдвигаемся на зеленый, давайте. Все, все основное отделение отходим на зеленый. Я правильно понимаю, что 31 можно покинуть этот триггер? Ну да, можно, выдвигаемся на свинетке. Машину установим здесь, пешком продвигаемся через дорогу, залетаем высоко. Рассаживаемся полукругом северо-восток. Слишком тихо, есть предположение, что они объезжают по северу. Не будут тут слева. Слушаю. Да. Внимание, по краю карты на востоке едет Урал. По краю карты на востоке едет Урал. Помогите, я за все. Помогите, я за все. Скорее всего, возможно, колонна пойдет с востока.
Основной, ну, сейчас предполагают, что по востоку пойдут. Полду, давайте он быстрее там снимать позицию. Принято, двигаемся. Саги видим на западе Эхи. Быстро, 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 просто быстрее. Принято. Урал где-то... Хотя не имеет смысла у дороги. Они только сейчас приехали, швед. Да, только что. Там один Урал был? Пока один. Только отделение вверху поставили, идет чисто. Арти, выехал, врага, сейчас мы... И что, я себе? По алдам, по желтым арта. Вовремя ушли. Арки поставил метку БМП, север, движется на позицию арку. Севера БМП на арку. Да-да-да, трубы есть. Давайте. Там одна БМП на юге. Минимум одну. Только одну слышу. Пока одну. Все, вот этот листок зашли, занимаем севера, северо-восток, восток. Я понял, что... Метку поставил. Ау, ты где контролить будешь? Я Юкова контролю, ты давай там на севере. Окей, все, понял. Колдам с востока что-то едет, прием. По дороге, сам все. Ебашь, ебашь, это не наш. Это вертолет 24. А, все, отбой тогда. Волдов с востока 24-ка, походу, заходит. Да, 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 над Алдами идет. Низко, очень низко. Понял, на север. Совершенно верно. Вертушка прошла над Алдами, блядь, ушла на север. Лемфи, БМП почему-то оттягивается на юг, на юго-запад. Так, поплотнее зажались под елки, под хуёлки. Может, нарами этот весь лес объебать? Так что прям. Вертушка заходит. Вертушка идет север на юг. На севере где-то вот как-то. На востоке враг Волдов, прием. Давай быстрее. Дал мне взрыв, враг, взрыв. Волдов, пехота, прием. Работаем. Всем работать. ГП не долетает, чуть. Пометь трассерами, трассерами, пометь. Не вижу пока. Взрыв, через поле, через поле от нас. ГП кидаю примерно. Ну метка сколько тут? 200 метров. Не вылетает бронза. О. Метку на юге на БМП обновляю. Бля, зеленый мет. Одного убил. Принял. Урал, я взяли аккуратно. Работали, отменяйте позицию. Непонятно, живой, мертвый. Хорош. У него оптики нет, я вообще нихуя не вижу. Бьемся в лесу, к нам Бэха приехала. Ага, вижу, в глубине еще есть. Урал, азимут 60. В глубине леса метров 50. Понял, у меня больше скорости есть. Вертушка над Алдами прошла, уходит на восток. Живо-живо, прием, воюем.
Не пускаем, не пускаем пока их через поле. Давай, давай, ебаш. Поглубже в лес, метров 50 от моей метки. Живой? Живой, живой. Поставил еще метку, север от меня. Бэха Тронов приезжает на юг. Воевать, не пускать через поле, не пускать. ГП хорошо. Сейчас свой танк фугасом ГП даст. Все, через поле главное, не пускайте, сидите, стреляйте. Танк хорошо, хорошо. Если можешь, еще севернее, метров 100. Ну, подкорректируй танчик, бля. Как принял? Отлично, и еще. И еще раз, севернее. Вот это хорошо. Спасибо. Север БМП едет по дороге. Север БМП по дороге, прием. Север БМП по дороге. Только звук слышу. Север? Давай смещусь. Нет. Север БМП. Сейчас быстрее. Поставлю метку. Метку сейчас дам, секунду. Север или откуда, блядь? Быстрее, 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 быстрее метку. На нахуй метку скажи направление, блядь. Север, ты, север. Ёбан. Север, говорю, блядь, чего какое направление север, нам сказать? Север, я тебя 5 раз спросил, блядь. Олд Санту метку. Тихо. Да тихо, блядь. Что за кипиш у вас? Спокойно, мужики, вы чё, блядь? Тихо, там прям. Связь. БМП, БМП, БМП. Урал, смещаешься? Да, смещаюсь. Стоит на метке, прием, на метке. Танк, связь. Тихо, тихо. Метка, метка, БМП, метка стоит актуальная, прям четко. Бронза, да не там. У Хамса метка, север. Там, в смысле, у меня же без, блядь. Вот, север, на метку двигаю. Передвинул, прием. Ложись, ты чё? Поставил меточку точно, там 4 пеха шло вдоль дороги на запад. Грамм, как вас там? Все, Урал, занимайся, Бэх и все остальные пехоты, смотрите, не пускайте через поле. Бэха едет к базе, где у нас рез был танк. Урал живой? Живой, живой. Танк пизда, танк сгорел наш. Наш танк минус, прием. Внимание, враг, враг 50, враг 50. Наш танк сгорел, который с солдатами рядом был. По полю? Нет, в лесу еще. В лесу на 50. Бля, оптики нет, тяжело. Аккуратно. Он меня подстрелил. Че, ты ранен? Меня подстрелили, да, на моей метке. В упоре, причем еще близко. У меня ГП сейчас свои же, да, получается? Не знаю, нет, не должны. Кто ГП? Да-да, база ебашит, база меня ебашит. Там враг, нет, враг. Нет, парни, по лдам ебашьте, по лдам, прием. Блин, наш перебежал. Пуск! Thank you.